Штурм Грозного. Предательство генералов. Предали все мои практические заместители. Тайны затонувших кораблей. Мина касается корпуса, раздается взрыв. Осторожно, разведка выходит на тропу войны. Великий физик Ньютон назвал точную дату апокалипсиса. 2060-е, с математической точностью, великий Ньютон. Бывший министр обороны Павел Грачев. Принято считать, что он один из главных виновников Чеченской войны, на чьей совести и развязывание конфликта, и бездарный штурм Грозного. Наша программа единственная, кому Павел Грачев дал большое интервью, и в котором откровенно рассказал о том, как все было на самом деле. Безусловно, это его личная правда. Правда человека, который по сей день считает, что его заставили взять на себя ответственность за эту бесславную и кровопролитную войну. Как бы кто ни относился к Павлу Грачеву, без этой его правды история войны, наверное, была бы неполной. Грозный. Каждый день отсюда, с железнодорожного вокзала города, пассажирские поезда увозят тысячи наспех собранных и плохо одетых людей. Все они русские. Жители города, которые уже никогда не смогут в него вернуться. Я своими глазами видел плакат «Русские, не уезжайте отсюда, нам нужны рабы и проститутки». О том, что в Чечне почти у каждого есть оружие, что русских там грабят и убивают, в Кремле знали. Возможно, именно поэтому всего за пару лет в республике побывали чуть ли не все ключевые политики и видные генералы. Правда, все они посещали Чечню тайно. Каждый из них пытался договориться с самопровозглашенным президентом Чечни Джохаром Дудаевым. Министр обороны Павел Грачев с Джохаром Дудаевым тоже встречался. И тоже тайно. В Грозном он побывал 6 раз. Но никаких серьезных результатов эти встречи так и не принесли. Война нужна была всем. Компромисс уже никого не устраивал. Я говорю: «Джохар, да брось ты все это дело. Объяви, что надо подумать еще, вот, найти какие-то компромиссы». И он мне заявляет, говорит: «Нет, уже поздно. Я хоть стучался много раз в Кремль, я много раз пытался приехать, это действительно так. Ельцин не принимает, Рудской не принимает, Рыбкин, по-моему, был, не принимает, никто не принимает». Никто не принимает, говорит, со мной не считаются. Со мной разговаривают: «А ты что сейчас вот?» Уже все, говорит, пути к отступлению нет. Эта встреча была последней попыткой предотвратить войну. Она проходила тогда, когда Генеральный штаб России уже разработал план ввода войск в Чечню. Генерал армии Владимир Семенов в то время занимал пост главнокомандующего сухопутных войск. Именно ему первоначально отводилась главная роль в предстоящей боевой операции. Согласно плану, в Чечню российские войска должны были войти 11 декабря. С 3 направлений. С Моздокского через Осетию, Владикавказского через Ингушетию и Кизлярского с территории Дагестана. План, который был разработан генеральным штабом, представлял собой карту с нанесенными 3 маршрутами. Вот. И ничего больше он из себя не представлял. Серьезно? Да. И когда я спросил у командующего округа: «А это что за план? Ты разве не знаешь, какой план должен быть?» Он говорит: «Я знаю, но вы посмотрите. Он подписан начальником генерального штаба и утвержден министром обороны». Всего за 9 дней до штурма Грозного в Министерстве обороны произошло и еще одно невероятное событие. Министр обороны уволил всех своих заместителей. 21 декабря 1994 года. Министр обороны Павел Грачев прилетает в Моздок и собирает экстренное совещание. Главный вопрос – кто возглавит группировку войск в Чечне? Как ни странно, на этом совещании отсутствуют главные действующие лица, которые официально рассматриваются на эту должность. Только сегодня, спустя почти 17 лет, можно с уверенностью сказать, на совещании их не было. Только потому, что все они под разными предлогами отказались возглавить операцию.
предали все мои практически заместители. Один не захотел возглавить руководство из-за того, что он был с первой минуты не согласен с вводом войск. Другой сказал, что он уже устал. Третий сослался, что в Афганистане с ним сердцем плохо стало. Командующий войсками округа, который хотел назначить, он согласился, но при начале ввода так начал кричать, орать на подчиненных, что я на прослушке даже не понял, о чем он говорит. Тогда я его пригласил себе, говорю, так, ты заболел, давай в госпиталь. Главком сухопутных войск, как положено, решил назначить. Ну, у него жена Чеченко, он заплакал. Генерал, который, по словам Павла Грачева, плакал, это главнокомандующий сухопутных войск Владимир Семенов. Он действительно был женат на Чеченке и сам был уроженцем Карачаева-Черкесии. Неизвестно, насколько Грачев преувеличивает, но точно известно. Семенов был освобожден от должности за действия, порочащие честь и достоинство военнослужащего, несовместимые с занимаемой должностью. Освободил его президент России. В чем заключались порочащие и несовместимые действия главнокомандующего, до сих пор неизвестно. Сам Владимир Семенов говорит на эту тему неохотно. Я не был в Чечне. Не был в Чечне. Значит, здесь мое личное есть отношение к этим событиям. Единственное, я могу сказать, что уже к 94 году было создано нетерпящее обстановка такая, безотлагательно нужно было принимать меры какие-то, попытки привести все в соответствие, они наоборот усугубили ситуацию в этой республике. Никто из руководителей военного ведомства не хотел брать на себя ответственность за выполнение приказа Верховного Главнокомандующего. От незавидного поста отказались. Главком сухопутных войск, генерал армии Владимир Семенов и три заместителя Павла Грачева – Валерий Миронов, Георгий Кондратьев и Борис Громов. Немножко покомандовав, отказался и командующий войсками Северо-Кавказского военного округа генерал-полковник Алексей Митюхин. Отказался действовать, да и все. Ну, отказался он, Митюхин. Он там неделю, наверное, пробовал. Он за это время не подписал ни одного документа. Последним, кого министр обороны Павел Грачев еще попытался назначить на должность командующего операцией по штурму Грозного, стал Эдуард Воробьев, заместитель командующего сухопутными войсками. Его отказ Павел Грачев расценил как предательство. Когда я Воробьеву предложил, вот Эдуард, я позабыл, как и отчество, вот, я говорю, вы первый зам главкома, возглавьте, пожалуйста, группировку. Вы опытный товарищ, там все прочее. А он мне заявляет, говорит, я не возглавлю. Я говорю, почему? Говорит, потому что войска не подготовлены. Я говорю, как, дорогой, ты мне уже сколько дней докладываешь, что войска готовы, а войска-то, оказывается, не подготовлены. Сегодня генерал-полковник Воробьев утверждает, Павел Грачев не имеет права на такие слова. Бывший заместитель командующего сухопутными войсками абсолютно убежден, ответственность за подготовку войск к нему не имеет никакого отношения. Ну что я могу сказать, кроме как это... Вот подберите какое-нибудь слово нематерное, да? Вот. Хотя я, в общем-то, никогда не злоупотреблял нецензурными словами. Конечно, это неправда. Самое настоящее вранье. Никакой Воробьев подготовкой операции не занимался. Армия к войне оказалась не готова. Вот только ее генералы могли отказаться идти воевать, а рядовые солдаты и офицеры нет. В результате, накануне серьезного испытания, российская армия оказалась практически обезглавлена. 31 декабря 1994 года, 6 часов утра. Колонны федеральных войск начинают движение в сторону Грозного. По плану входить в город войска должны по четырем направлениям. Восток, запад, северо-восток и север. Именно в этой группировке войск «Север» шел 81-й Самарский полк. Дача была следующего характера. Первый штурмовый отряд должен был
взять под контроль железнодорожный вокзал. А второй штурмовой отряд должен был взять под контроль площадь, занять дворец Дудаева и, как сказал Квашнин, на развалинах дворца Дудаева водрузить знамя и на развалинах вручать ордена и медали отличившимся бойцам. Семен Бурлаков, начальник штаба 81-го Самарского полка, идет вместе с первым штурмовым отрядом. Уже к 7 часам утра отряду удается взять под контроль аэропорт Северный и, разминировав несколько мостов у реки Нефтянка, начать движение к центру города. Но неожиданно отряд попадает под шквальный огонь боевиков. Чтобы сломить их сопротивление, командование принимает решение обработать квартал артиллерии. Но для этого нужно оттянуть всю колонну назад. Первый штурмовой отряд получает приказ «Полный назад». Мы на доукомплектование получили абсолютно необученных механиков-водителей, которые за все летний период обучения, можно сказать, ходили вокруг БМП, а не ездили на них. И вот когда полк начал сдавать назад, то получилась страшная давка. Машины практически наезжали на машину вот так вот горкой. Вот так прямо в самом центре Грозного в пробке застряла колонна российских войск. На это мгновенно отреагировал полевой командир Аслан Масхадов, бывший полковник советской армии. По его приказу боевики начали стягиваться к центру. Малейшее промедление приведет к тому, что сражаться придется с противником, который уже занял выгодные боевые позиции. И тогда подполковник Бурлаков, машина которого не попала в пробку, предлагает командованию единственный выход из ситуации. Он быстро вытаскивает из пробки первый штурмовой отряд и, возглавив его, продолжает движение к железнодорожному вокзалу. Я поехал к вокзалу, а там уже занимала оборону Маяковская бригада с комбригом Савиным. И Савин мне сказал, вот приказ 01-го, значит, я беру само здание вокзала. Вот между, потом от вокзала была, к нему примыкала строящаяся гостиница. Это, говорит, разгранлиния наша, прикроющая огнем. А все остальное, это твое. И вот как раз пришлось все это дело занимать. Опять же, огонь был очень сильный. Пришлось под огнем ставить людям задачу. Первый штурмовой отряд 81-го полка под командованием подполковника Бурлакова занял оборону в привокзальных строениях. Через дорогу от железнодорожного вокзала находился пятиэтажный дом. В нем, как выяснится позже, засело почти 150 боевиков. Рассмотрев с верхних этажей здания позиции обороняющихся, они завязали бой. Этот бой не прекращался почти сутки. И первый мой батальон, и один батальон Майкопской бригады с комбригом во главе, они все были на вокзале. И были полностью отрезаны. Полностью. Вот кадры того боя, снятые боевиками. Вот так погибал 81-й Самарский полк и 131-я Майкопская бригада. И ее комбриг Иван Савин, чей голос звучит в радиоэфире. Доложи, что у тебя, прием. Ведем огневой бой. Это что, идет помощь, но где, пока не знаю. Колонну, которая к нам шла, заблокировали, идет бой. Ищите, танк наш, пехот, ищите, в охоту на них делайте, ищите их, ажили совсем. Прекрати. 11-й, прием. Я ранен, ВВ выведены из строя. Я 10-й, я 11-й, прием. 11-й, ну вы думаете, мы все погибли, это не просто так. Надо конкретная и быстрая помощь. Я понимаю, идут уже к вам, идут. Зажав
сжатый в кольце 81-й Самарский полк и 131-я Майкопская бригада сдерживали натиск боевиков как могли, но силы были неравными. Практически вся техника, танки, БМП и самоходные орудия были сожжены. Голодные и уставшие солдаты валились с ног от усталости, не хватало еды и медикаментов, заканчивались боеприпасы. Но самое главное, боевики прорвались в здание вокзала. Уцелевшие бойцы контролировали лишь зал ожидания. Семен Бурлаков, он где-то около часа-двух ночи, он как раз вот посты пошел проверять, и вот там нарвался на, будем так сказать, на засаду. Сейчас. Поняв, что подмога уже не придет, а боевики с минуты на минуту ворвутся в зал ожидания, было принято решение прорываться к своим. Бойцы нашли уцелевший танк, который выбил угол здания. Через эту пробоину началась срочная эвакуация раненых на оставшихся БМП. Если мы, те, кто не раненые, никто не имел права туда сходить. Хотя мы прекрасно понимали, что и раненых отправить без прикрытия, без сопровождения. Ну, кто-то, если, не дай бог, вот так нарвутся, как оно и случилось, фактически-то, кто отстрелит. БМП, в котором оказался раненый комбриг Савин, попало в засаду боевиков. Не выжил никто. Его тело, изуродованное боевиками со снятым скальпом, обнаружили только в марте. Боевая машина пехоты, в которой оказался Семен Бурлаков, дважды попадала в засаду боевиков, и дважды бойцам удавалось отбиться. Семен Бурлаков оказался одним из немногих, кому повезло. Те же, кому повезло меньше, выбраться из осажденного Грозного так и не смогли. В итоге, всего за несколько дней штурма российская армия потеряла убитыми и ранеными около 5000 солдат и офицеров. Что тут, как тут говорить? Недосмотр, просчет. Конечно, я все взял на себя. Все взял на себя. Значит, что-то я неправильно. Значит, я не будораживал в это время командира. А надо было постоянно бить по радио, по голове, по шлему и так далее. Они своих, в свою очередь, подчиненных. Потому что все далось легко. После того, как стало понятно, что штурм Грозного не просто провалился, а обернулся кровавой бойней, министру обороны Павлу Грачеву тут же припомнили фразу, которую он произнес всего за несколько дней до начала операции. Ну, по крайней мере, одним парашютным десантным полком можно в течение 2 часов было решить все вопросы. Сегодня, спустя почти 17 лет, Павел Грачев за эту фразу готов извиняться, но он по-прежнему настаивает. Фраза была вырвана из контекста. Я хочу, конечно, извиниться за эту цитату, за это высказывание. Понимаете, вот вы, ребята, девчата, хорошие журналисты, но я на вас обижался. Ну, выхватили, вы понимаете? Заловили тогда, когда я сказал, там, типа, одним парашютным десантным полком. Это неправда. Вырвалось. Ну, высказано у меня так. Ну что, убивайте, расстреливайте и так далее. Я извиняюсь за эту фразу. После неудачного штурма Павел Грачев просидел в кресле министра обороны еще 1.5 года. Его карьера оборвалась только в тот день, когда Борису Ельцину понадобилось победить на президентских выборах 96 года. Отставка непопулярного министра была выгодным политическим ходом. Прозревший Борис Ельцин сделал ставку на мир в Чечне. Боевые генералы, конечно, еще понадобятся, но это уже будут совсем другие генералы. Они будут уже и поумнее, и похитрее.